Якщо їсти, то натуральні продукти, а дихати – лише чистим повітрям. Відмова від мегаполісу – його свідомий вибір. Мультимільйонер, один із перших російських олігархів, засновник товарної біржі «Аліса», відомий політичний та громадський діяч, що свого часу балотувався на пост президента Російської Федерації, водномить кардинально змінив своє життя. Продав дім на Рубльовці та оселився у лісі, де живе і досі. Нині родина Стерлігових із успіхом займається сільським господарством, варить мило та пече хліб. Продаж останнього поставили на потік. Буханка стоїть 300 рублів, це 10 доларів приблизно. Випікається в день 130-150 буханок, продаються всі. Рідкий день, коли не продаються. У нас немає ні магазину, ні лавки, ми нікуди не возимо хліб, ну, крім якихось спеціальних заказів рідких. І це все продається, люди приїжджають к воротам, дзвонять, у нас такий колокольчик висить здоровий, і вони покупають хліб. А літом просто в бак? Да, а літом у нас стоїть, зимою не стоїть, щоб хліб не замерзав, а літом около ворот, прямо снаружи, стоїть огромний бак з кришкою. Эмалированный. И тут там лежит много хлеба. У нас несколько раз в день пустеют этот бак, только докладывают. Занимаются этим дети у нас. И пекут хлеб там, и докладывают, и деньги они же получают, и пекарню они же построили. Это их заработок. В основном этим занимается у нас средний сын, которому сейчас вот исполнилось 13 лет. Он зарабатывает в месяц примерно, ну вот плохой месяц 10 тысяч долларов. Это плохой месяц у него. Хороший месяц 20 тысяч долларов. Для детей это нормальные деньги. Тобто їм вистачає на все. Мільйонер відомий своїми радикальними висловлюваннями та православними поглядами на життя, називає аборти узаконеним дітовбивством, закликає боротися із засиллям мігрантів та не віддавати дітей до школи. Найбільшим же злом у світі Герман Львович вважає науково-технічний прогрес. Нужно остановить научно-технический прогресс, потому что мы скоро погибнем от него. Мы уже гибнем и уже жертвы исчисляются сотнями миллионами, если не миллиардами людей. От раков, диабетов, всяких невиданных болезней, типа СПИДов, которые, собственно, болезнями не являются. Это уничтожение организма, химии, всякими облучениями, генной модификацией и так далее. Много рождается детей-инвалидов. Не потому, что там родители в этом как-то виноваты, а потому, что просто родители затравили проклятые ученые своими изобретениями. Или детям напрививали страшных болезней в роддомах, что тоже делает современная наука. Те, кто по недоразумению выжил, те поступают в оборот современной медицине. И медицина уже как бы дорабатывает то с выжившими, кого не убили абортами там и так далее. Вот это надо останавливать. Нам надо останавливать это безумие. Мы уничтожаем друг друга. Она научивает нас и дают эти изобретения страшные в руки нам, ученые. И говорят, мы не виноваты, они сами просили, они сами заказывали. Мы не виноваты, ученые никогда не виноваты. Упала бомба на Хиросиму, ученые не виноваты, летчик виноват и Труман виноват. Взорвалась там, я не знаю, Фукусима, ученые не виноваты, правительство виновато. И Великая Отечественная война, что такое? Это соревнование технологий. Люди убивали друг друга, ученые понадавали им страшного оружия в руки, давай убивать. Раньше войны какие были, вон, посмотреть в лицевом своде, да вообще ни о чем. Там пиками, да копьями, да стрелами, жертв было ничтожное количество. А сейчас что творится с войнами? А сейчас на носу ядерная война, которая никто не знает, когда произойдет. Это все ученые придумали проклятые. Когда этот человек идет там без конца лечить аллергию своих детей, или, не дай бог, диабеты, там колоть ему уже наркотики инсулиновые, или еще что-нибудь, люди даже не вспоминают об ученых. То есть мы просто с ума сошли. То есть у нас убивают детей, отцов, матерей, сестер, братьев, травят их как крыс. А у нас даже ненависти не возникает по отношению к тем, кто их уничтожает. То есть мы как деграданты. Нас как будто заколдовали, зазомбировали. Или мы будем продолжать оставаться идиотами, которых будут травить, умерщвлять, лишать воды, пищи, озер, рек, рыбы, мяса, и давать нам вместо этого всего заменители отравленные, а мы будем только охать и ахать, ох, как плохо мы живем. Ну это как вот, знаете, как будто нас заколдовали, реально. Даже не как будто, а скорее всего так и есть. Может нам прививки какие-то вкололи в детстве, может еще чего. То есть мы лишены возможности действия, у нас как будто руки отрублены. Да и с башкой тоже плохо. Кстати, вот с головой говорят, что там вот современная пища, воздух, всякие там сотовая связь плохо влияет там на печень, почки, на кровь и так далее. Но это же означает, что и на голову тоже плохо влияет.
Мозг-то это такая же часть тела, как печень или почки. Сейчас же население современного мира – это дураки. У них с мозгом авария. У нас, вернее, с мозгом авария. Мы сильно искалечены. И нас так это уничтожит скоро. Так во сне мы и сдохнем, не проснувшись. Вот это чудовищная опасность. Наши дети в опасности. И они нас проклянут, когда будут подыхать. Не помирать, а подыхать от жажды и от страшных болезней. Они будут смотреть в глаза своим отцам и матерям и говорить: где ж вы были, твари тупые? И никакого оправдания у нас не будет. Тем более у тех, кто это понимает. То есть вот с меня больше спрос, чем, думаю, что с некоторых из вас. Потому что я это понимаю, но ничего особо не делаю. Потому что кому больше дано, того больше и спрос. Как в Евангелии написано. Кто не знал и согрешил, бит будет мало. Кто знал и согрешил, бит будет много. Аби дивитися в очі своїм дітям було не соромно, батькам варто змінити прописку в мегаполісі на сільську глухомань. Герман Стерлігов переконаний, людям потрібно повертатися до селянських господарств. Посприяти цьому могла б планова державна програма розселення мегаполісів. З виділенням землі безплатно людям, бажаючим переїхати з мегаполісів і завести своє господарство, з предоставленням безплатно, безо всяких кредитів, стройматеріалів, полную отмену оформления земли современную, которая непроходима ни в Украине, ни в России. Это замаешься оформлять что-либо, когда выделяют. И освобождение от налогов. И, конечно, запрет продажи земли при этом. Потому что землю вообще никогда не продавали. Это банковские бредни, землю продавать. Вот источник у меня — лицевой свод. Никогда земля не была в продаже. Всегда давались на дело. Человек жив, семья есть, дети есть, они наследуют. Потому что если землю продавать, ключевой момент какой, ее скупают богатые люди, начинают перепродавать. И земля зарастает чепыжником. Ну, то, что мы сейчас можем наблюдать и в Украине, и в России. То есть перепродажа земли – это убийство крестьянских хозяйств. А нам нужно, чтобы было для того, чтобы было много пищи натуральной, нужно много крестьянских хозяйств. І багато коней. Їх пан Стерлігов вважає справжнім спасінням екології. Изобретение автомобиля убило лошадь. А именно лошадь – источник навоза, естественного удобрения. А химическая пища – это химические удобрения. И поэтому, если вы хотите одновременно ездить на машинах и одновременно есть натуральную пищу, ну это просто глупость. Пока не будет опять десятков миллионов и сотен миллионов лошадей, как было в любой стране мира до изобретения автомобиля, не может быть натуральных удобрений. Их неоткуда взять. И поэтому только сокращение количества автомобилей в тысячи раз, чтобы они стали доступны только богатейшим людям, крупным чиновникам, там, спецслужбам и так далее, а все остальные, когда ездят на лошадках, вот только это дает возможность вам иметь возможность получать настоящую пищу, не химическую. Вона, як справжня дружина декабриста, готова слідувати за коханим хоч на край світу. Вже давно не дивиться телевізор, не заглядає в інтернет, не носить брюк та сережок. Альона Стерлігова підтримує чоловіка в усіх його починаннях, в тому числі релігійних. Колишня світська левиця сьогодні живе звичайним сільським життям. Проте навіть в ізоляції від мегаполісу почувається непогано. Зізнається, усе завдяки старанням чоловіка. Мне было с ним легко, потому что всю тяжесть, как мужчина, все он нес на себе. То есть он принимал решения, он строил дома, менял образ жизни и всегда устраивал мне нормальные условия для моей жизни. Я ему всегда говорила: я пойду куда угодно, но только чтобы там была горячая вода. Он мне даже в лесу сделал так, чтобы у меня была горячая вода и туалет в доме. Вот. Молодец, Орел, куплю тебе новую машину. Жінка повинна в усьому слухатися чоловіка. В їхньому подружньому житті це головне правило, як і те, що вихованням синів займається виключно батько. Дівчинку може виховати тільки мама, тому що ніхто, ніякий батько не може дати жінці совіт, як бути жінкою. А в цьому виховання дочері батько є такою планкою, на яку дочь рівняється, вибирає собі потім мужа, іще в ньому ті черти, які присутствують в отці, це якби орієнтир. А мальчика не може виховати, в свою чергу, жінка. Потому что женщина не может воспитать мужчину. И поэтому у нас даже мы живем на разных половинах, на женской и мужской. Воспитывает мальчиков только отец. И я могу сказать, что я никогда не наказываю своих мальчиков, не могу поднять на них руку, потому что это они не поймут, что женщина может их ударить. Наказать мальчиков может только мужчина, и для них это тогда не обидно. Их наказывает тот человек, которого они уважают, старший мужчина, отец. Дружина мільйонера дає пораду жінкам, за кого варто виходити заміж.
Никогда не выходи по страсти и по любви. Сразу 100% ошибешься. В редчайшие исключения, которые подтверждают практику. Надо выходить... Мужчина должен выходить по большой любви, он должен любить женщину. А женщина должна по уму. По расчету? Не по расчету, но по хорошему расчету. Потому что у нас сейчас некоторые выходят по расчету, но это за миллионера, за деньги, это не тот расчет. Надо все-таки смотреть, что у мужчины в голове, и, а тогда, если в голове что нормально все, то и в кармане будет. Як повинна поводити себе дружина, як безпечно народити та правильно виховати дітей – про усе це розкаже книга Альони Стерлігової. Герман же презентує Сумам підручники з історії, так звані літописні зведення. Изложены реальные истории безо всяких комментариев, современных и несовременных ученых. От этого мы избавили читателей. И можно читать реальную историю, как оно все было, как одно из другого вытекало и как притекло, наконец, в наши дни. Никаких белых пятен в истории не существует, все вранье для того, чтобы создавать идеологические мифы. Епатажний та неординарний. На життя колишній мільйонер дивиться не так, як усі. Можливо, саме цим він і цікавий.